Привет всем! В этом видео мы снова поговорим о закрытой сигнальной группе. Покажу я вам полностью всю статистику, так как люди говорят, что, мол, ты показываешь статистику за день, покажи там немного больше. Сейчас я покажу вам статистику за 15 дней. Много буду говорить о группе, о других группах, так что досмотрите это видео до конца, думаю, будет интересно. Уже хочу раз и навсегда расставить все точки над «и» по поводу нашей закрытой группы, по поводу других сигнальных закрытых групп. Приготовьте свои ручки, блокноты, кому интересно, записывайте статистику. Я вам буду просто листать вниз-вниз, чтобы вы смотрели всю историю торговли. Итак, погнали. Мы всегда заканчиваем торговлю, двумя плюсами. То есть стараемся, а всегда уходим на хорошей ноте. Завершаем торговый день. Плюс-плюс, минус-минус-минус. Вот три минуса было. Вот показываем все как есть. Да, бывает три минуса доходит у нас. Три минуса, опять плюс-плюс, минус-минус, плюс-минус, плюс-минус-минус, плюс-плюс-плюс, минус, плюс, плюс, минус, минус, плюс. Считайте там, кому интересно, какое количество сигналов. Плюс, 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 минус. Вот, закончили мы торговый день. Итак, что я хотел сказать. Сейчас в Ютубе много очень каких-то непонятных трейдеров, которые создают свои каналы. Неделю назад создали каналы, вылезли непонятно откуда, никто о них ничего не знает, и вот они заявляют, что вот, у нас есть новая закрытая группа, там у нас одни плюсы, 30-40 плюсов в ряд, 0 минусов. Но при этом они обсирают нашу группу. То есть, если вы видите, что люди, рекламируя свою группу, обсирают нашу группу, уже понятно, что таким людям не стоит доверять. Они просто занимаются рекламой, и на фоне вот нашей популярной группы, потому что у нас самая большая группа в ВК по сигналам у нас с Ксенией. И вот если у нас много людей торгуют, значит, может быть, нам люди доверяют. И вот человек говорит, что, мол, у него там отличная ситуация, у него там все торгуют в плюс, у него все там четко. Никогда не верьте таким людям. Ни один вам трейдер, ребята, ни один трейдер вам 30-40 плюсов не выдаст и 0 минусов. Вы представляете, что это за статистика? Вот, 8 плюс в ряд. Плюс, плюс, плюс. Смотрите, сколько у нас людей торгует. Вот 60 человек. Это еще в середине дня. Бывает по 100, по 150 людей торгует. Как у кого получается? Плюс, плюс, плюс. Минус, минус, минус. Плюс, минус, минус. Запомните, ни один трейдер вам не выдаст такой статистики. Это полный бред. Если вы сразу же что-то такое видите, не доверяйте. Снимите с себя эти розовые очки. Вот какая ситуация, должна быть. Потому что никто не знает, куда пойдет цена. Поверьте, никто, ни один трейдер, там, мега-трейдер с Уолл-стрит не знает, куда пойдет цена. Трейдеры только предполагают, куда может пойти цена. И на основе там своих знаний, какого-то анализа, они там успешно, да, делают 80% сделок. Вот так все происходит. Но никто не знает, куда пойдет цена. Если, блин, у тебя 40 плюсов в ряд, нахрена тебе вообще это тогда закрытая группа? Зачем ты ее создал? Зачем ты паришься, создаешь канал на Ютубе, вот рекламируешь ее? У тебя 40 плюсов в ряд. Довали ты на сделку по 10 тысяч, блин, баксов, у тебя 40 сделок будет по 10 тысяч баксов плюс. Да ты миллиардером, блин, скоро станешь. Почему ты так не делаешь? Нет, ты создаешь закрытую группу. Почему мы... Так, вот смотрите, минус, минус. Вот, опять было у нас 3 минуса. Минус, минус, минус. Опять плюс, плюс, минус. Плюс, минус, плюс. Для чего мы, с какой целью мы создали нашу закрытую группу сигнальную? Наша группа была одна из первых сигнальных групп. Вот третий плюс в ряд. Плюс, плюс, минус, плюс, минус. У нас цель — пассивный доход. То есть мы получаем процент от торговли наших партнеров. То есть вход в группу по реф-ссылке, мы получаем процент. То есть люди торгуют, и мы получаем процент. Чем больше людей торгуют, тем нам лучше.
Сейчас я получаю со своих партнеров где-то в день $50. От $50 бывает хорошие дни, до $100 в день доходит. Вы представляете, это просто пассивный доход. Вот какая была цель. То есть мы из-за этого мы сделали бесплатный вход. За вход денег мы не берем, но при этом мы пускаем людей по реф-ссылке. То есть просто люди торгуют, и мы получаем процент. Вот из-за чего это было сделано. То есть я могу где-то, когда я не могу сигналить, например, Ксения, или там, когда я заболел, я просто получаю пассивный доход. Вот капнуло мне $50 в день. Вот это, поверьте, вот это реально круто. Вот для чего это сделано. А если бы у меня было по 50 плюсов и ни одного минуса, я бы давно уже миллиардером стал и переехал куда-то. Нам в Майами жить, купил себе там пентхаус и не парился. Если я уже знаю, как зарабатывать на бирже, по 40 плюсов делать. Так что не верьте, вот вам... А, еще эти люди говорят, что, мол, там у них все четко, у них... у нас очень много людей в группе. Они говорят, у них нету банов, у нас есть определенные правила, потому что у нас очень много людей. У нас есть определенные правила, вот, кстати, биткоин. Давайте про правила расскажу позже. Смотрите, на выходных мы торгуем на биткоине. Видите, плюс, минус, плюс, плюс, минус, плюс, плюс, минус. Третий плюс в ряд. Видите, на выходных мало людей торгует. Ну, потому что, понятно, выходные. На выходных мы торгуем на биткоине. И вот эти новенькие трейдеры говорят, блин, этим трейдерам, наверное, не знаю. У меня уже опыт 5 лет. Я еще был, когда Alimtrade, еще когда не было Alimtrade. И эти трейдеры говорят, кто торгует на выходных, те вообще не трейдеры. Почему? На выходных, наоборот, стоит торговать. На криптовалюте. Сейчас многие торгуют на криптовалюте, торгуют на биткоине. Биткоин сейчас... Сейчас на биткоине, кстати, проще торговать. Вы заметили, там не было ни одной серии из трех минусов. Только два минуса было на выходных. Смотрите, опять выходные. Мы торгуем на биткоине. Плюс, плюс, минус, минус, плюс. Видите? Больше даже двух минусов у нас не бывает на выходных. Наоборот, на выходных проще торговать. На выходных нужно торговать. Два минуса, плюс, минус, плюс, плюс, минус. Третий плюс в ряд опять. Плюс, плюс, плюс. И они говорят, что графики на графики не совпадают. На Олимпе один график биткоин, на настоящий биткоин вообще другой график. Сейчас я вам покажу. Специально подготовил, чтобы уже все окончательно решить. Смотрите, инвестинг наш. График биткоин, доллар. Вот, таймфрейм 15 минут. Одна свеча по 15 минут. Смотрим. Вот раз, два, три, там четыре. Четыре красные свечи, вот пять. Одна зеленая. Переходим на Олимп. Не такой же график на биткоине. Раз, два, три, четыре, пять, одна зеленая. Абсолютно такой же график. И смотрите, какая тенденция на биткоине. Повышение, затухание, повышение, затухание. Здесь очень просто торговать. Повышение, затухание. Опять опускается до... Все по уровням поддержки. Блин, биткоин отлично себя показывает. Смотрите, вот затухание. Это по 15 минут нужно заходить в сделку. Там на полчаса, на 40 минут. Вот, идут уровни, идет затухание. Вот еще было у нас затухание. Биткоин себя отлично показывает. Смотрите, какие тенденции. Резкий скачок, затухание, резкий скачок, затухание. Наоборот, на биткоине проще намного торговать. Так, плюс, минус. Плюс, плюс, минус. Плюс, плюс, минус. Наоборот, на выходных, смотрите, нету. Вот, все, закончили. Выходные закончили. Итак, погнали дальше. Итак, по поводу правил. Теперь вернусь по поводу правил. Плюс, плюс опять закончили двумя плюсами. Плюс, минус, минус. Пятницу тоже не сильно много людей. Ну, под конец дня мало людей торгует. Так, минус, плюс. Два минуса у нас все-таки. Минус. То есть больше трех минусов пока не было. По поводу правил. У нас очень много людей. И люди должны придерживаться определенных правил, чтобы не было бардака. Все трейдеры говорят, у нас там все в группе разрешено, типа, можно все делать, что захочется. Нет, нужно ряд определенных правил, чтобы не было этого хаоса. У нас по 150 человек торгует. Вы представляете, если бы каждый там делал, что захотел, если каждый бы оскорблял участников, столько непонятных людей приходит в группу. Тяжело всех отбирать, какие-то непонятные школьники, они...
там, не знаю, и то, пуская людей в группу с минимального депозита, там, проиграют депозит, начинают хейтерить, оскорбляют участников, у нас жестко, у нас за оскорбление бан, если кто-то оскорбил участника за маты, у нас просто выгоняется с группы. Чтобы было все четко, чтобы люди нормально торговали, в нормальной обстановке, вот для этого у нас создан ряд определенных правил, чтобы люди вот придерживались и был реально в группе порядок. Минус, плюс, минус, плюс. У них там по 50, по 50 человек в группе, понятно, им проще следить за этим всем. Нам очень тяжело за этим всем следить. Плюс, плюс. Я уже думаю, что нужно нанимать людей, каких-то модераторов, чтобы хотя бы следили, потому что очень тяжело. Минус, минус. Нам реально вот с Ксенией вот тяжело это все вывозить. Сейчас уже группа разрастается, очень много людей, плюс, плюс. Так, закончили. Погнали дальше. Плюс, плюс, минус, плюс. Теперь еще расскажу ситуацию. Минус, минус. Вот так, было три минуса, да? Плюс, минус, 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 плюс. Минус, минус. Три минуса все-таки было. То есть больше трех минусов не было. По поводу догонов. Есть такие ситуации по поводу догонов. Вот те непонятные трейдеры говорят, что вот там на догонах сливаются люди. Теперь мы о догонах ничего не говорим. Много новых людей, и мы о догонах... Я вообще, новичкам я говорю, догоны, народ, не берите догоны. Если вы не умеете брать догоны, пожалуйста, догоны не берите. Вот опять три минуса было, плюс... Минус, плюс, минус, плюс, минус, минус, плюс. Если вы не умеете брать догоны, не берите. Одна сделка не зашла, вторая сделка не зашла, третья сделка у вас по-любому зайдет. Или там четвертая у вас по-любому зайдет. Так что не ставьте на догоны, потому что люди вот заходят в азарт, не соблюдают ряд определенных правил, заходят в азарт, грузят на одну сделку весь депозит, сигнал уходит в минус и все. И минус депозит. Советую вам никогда не ставить... Вот, смотрите, вот, 91 комментарий. Сколько людей у нас торгует. Некоторые люди, да, пропускают сигнал. Некоторые там поторговали, у некоторых людей нету времени, да, поторговали там пару часиков, ушли. Кто приходит на сигналы позже? Мы стараемся, вот сигналы идут с 17 до 9 по МСК, с 5 до 9, чтобы там все успели поторговать. Там люди приходят с работы, там кто там с универа приходит. Мы выбрали вот такое вот оптимальное время для торговли, чтобы все успели поторговать. Вот, седьмой плюс в ряд. Плюс. Плюс. Вот, видите, 100 комментариев. Так что новичкам я советую не брать никаких догонов. Просто торгуйте. Один сигнал не зашел, ничего страшного. Второй, третий, четвертый зашел, все отбили. Один не зашел, второй не зашел, третий зашел, все отбили. И все будет просто, если вы будете ставить себе определенные цели. Сколько вы хотите наторговать за день, по money management, управлять, грамотно управлять своими рисками, заходить по 2 до 5% от своего депозита, придерживаться всех правил, придерживаться всех правил, строго торговать по сигналам, все у вас будет отлично, народ. Так, погнали. 20 сентября у нас. Плюс, плюс, минус. Плюс, минус. Плюс, минус. Минус. Так, третий плюс в ряд. Так что, народ, вот я показываю вам всю историю. Вот видите, 20 сентября у нас были серии по 3 плюса в ряд. И вот хорошая активность, 65-70 человек торговало. Думайте своей головой, думайте, кому вы доверяете. Если вы сталкиваетесь с какой-то рекламой какой-то группы, и которая...
Ну, понятно, я понимаю, почему люди гонят на нашу группу, потому что это выгодно. У нас самая популярная группа, понятно, на нашем фоне. Они соберут там больше просмотров на Ютубе, они за счет этого, ну, соберут хайп и прорекламируют свою группу. Опять третий плюс в ряд. Видите, здесь 20-го у нас были серии по 3 плюса в ряд. Вот за счет чего все это делается. Есть группы хуже, есть группы лучше, есть похуже группы. Но я не хочу там, знаете, никого обидеть. Но если человек там... Если у тебя есть там своя группа, пожалуйста, там... Делай что с ней, что хочешь. Ну, типа, зачем гнать на наши группы? Вот, сегодня 160 человек было. Ну, понятно, ради хайпа все это сделано. Вот, у нас было 19 сентября. Очень был классный день. Также были вопросы, почему так мало люди поднимают. Вот, плюс 20 баксов. Плюс 1500. Плюс 4000. Но здесь, кстати, еще нормально. Плюс 1500. Не у всех людей есть огромные деньги, чтобы зайти в группу. Некоторые заходят. У нас средний депозит вообще где-то 1000 рублей, понимаете? Очень много людей начинают вот с минимума. И вот почему такие результаты. А с минимума начинать это сколько? Ну, 200-300 рублей можно только заработать в день, если грамотно зарабатывать. Начинать от 30 рублей заходить в сделку. Вот почему такие результаты. Мало кто у нас заходит там с 200 долларов, с 500 долларов. В основном все там по 2000 рублей, по 1000. Смотрите, тут у нас было 19-го, один из лучших дней. Три серии по 5 плюсов в ряд. Смотрите, 5 плюсов в ряд. Один минус и снова 5 плюсов в ряд. Вот, есть классные дни, вот такие вот как этот день, шикарные просто дни. Есть дни не очень. Но видите, за все время, что я вам показал, сколько уже 9 дней показал. Минус, плюс. Не было еще ни разу серии из 4 минусов. Так что если все грамотно торговать, минус опять 5 плюсов в ряд. Грамотно торговать, немного думать своей головой, не просто штамповать по сигналам. Например, выходит сигнал, объяснял уже это. Выходит сигнал на повышение. Вы заходите на график, и график перед вами резко выстреливает вверх. Уже в сигнал заходить нельзя. Он уже пошел на повышение. Все, вы не успели. Сигнал выстрелил, и тут люди заходят на повышение, говорят, у меня сигнал не зашел, ты же дал на повышение. График перед ними резко уходит вверх, и люди еще раз ставят на повышение. Понятно, все, там уже будет просадка, сигнал уже не зайдет. То есть нужно пропускать такие сигналы, нужно немного думать. Вот, опять 5 плюсов в ряд. И здесь, да, помню этот день, 2 минуса начали 2 минусами. Вот, 19 сентября, опять заканчиваем 2 плюсами, минус, плюс, плюс. Короче, я могу вот так вот статистику эту всю листать, вам не знаю, целый месяц. Так что думайте, народ, своей головой, кому вы доверяете. Мне это нравится, я занимаюсь, я знал, что я... Чем я хочу в жизни заниматься. Я когда вот начинал еще этот трейдинг изучать, я знал, что вот я здесь хочу зарабатывать. Я через многое прошел. Посмотрите мои прошлые видео. Вы все меня знаете, как я раньше зарабатывал. Кстати, сейчас готовлю для вас очень классный видос, как я торговал раньше, с каких сумм я начинал. Хочу сделать вот такую вот подборку. Вы меня знаете, знаете, почему я этим занимаюсь. Я люблю этим заниматься. Я люблю торговать. Я люблю вот вариться, знаете, в этой сфере и веду свой финансовый блог. Показываю, какие книги я читаю, как я путешествую, во что я инвестирую. И всем этим делюсь с вами. Свои влоги вообще просто так, ради... Это просто мое увлечение, мои хобби, мои влоги на канале влогов. Я за них вообще ничего не получаю. Я просто их заливаю за канал, там получаю 3000 просмотров за них и все. И денег вообще не получаю. Канал без монетизации. Просто залил и все. Просто потому что мне это нравится. Вот, я знал, чем я хочу заниматься. А те трейдеры, которые увидели, мол, думают, ой, там они много денег зарабатывают, создам-ка я канал на Ютубе, у них ничего не получится. Я в этом деле уже очень-очень давно. Один из самых первых. Так что думайте, пожалуйста, народ, своей головой. Итак. Как попасть в нашу закрытую сигнальную группу? Только через сообщение этого сообщества. Вот, написать сообщение, прими в команду.
Видите, среднее время ответа 15 минут. Стараюсь отвечать сразу же. Прими в команду и все. Только так, народ, не подавайте заявки самостоятельно. Если вы нашу найдете группу в поиске, пожалуйста, не подавайте, потому что очень мне тяжело будет... потому что я не могу одобрить вашу заявку. Вход в группу только по рев-ссылке, чтобы мы получали процент. Из-за этого мы сделали бесплатный вход. Люди говорят, почему по ссылке? Потому что вход бесплатный. Вот почему мы это сделали. В открытой группе идет вся статистика. Вот статистика сигнала. Все скрины я выкладываю сюда. Чтобы попасть, написано, пишите в сообщение этого сообщества, прими в команду. Только в сообщение этого сообщества. Народ, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Не пишите мне на почту, прими в команду. Ну, некоторые люди пишут на почту, прими в команду. Некоторые в личку пишут, в комментарии пишут. Но при этом же написано, смотрите. Пишите в сообщение. Вот это вот сообщение сообщества. Если у вас нет вкладки сообщения, написать сообщение, и вы сидите там с телефона, установите оригинальную версию ВКонтакте. Вот такая вот ситуация. Спасибо всем за просмотр. Желаю всем больших заработков. Добро пожаловать в нашу закрытую сигнальную группу. Всем пока.